Уикенд для ценителей кофе. В Киеве баристы и любители напитка бодрости собрались на ежегодный фестиваль. Новые кофейные вкусы открывали для себя и наши журналисты. Ежедневно бариста во всем мире открывают новые способы приготовления кофе, чтобы получить разные вкусы. От легких до самых крепких и полностью раскрыть аромат зерен, их нужно обжаривать на месте приготовления, говорят организаторы фестиваля кофе на арт-заводе «Платформа». Ну, она просто, она имеет другой смак. У кофе на самом деле может быть очень разный вкус. Есть, например, итальянский кофе. Это очень темная обжарка. Они миксуют робусту и арабику. Есть и третья волна, легкая обжарка, но это должна быть стопроцентная арабика. То есть качество кофе намного выше, и он светлее. Все это, конечно, влияет и на качество, и на вкус кофе. Не могу сказать, что это плохо или хорошо. Они просто отличаются. Посетители фестиваля могли попробовать напиток, приготовленный самыми разными способами. От классических до современных, с использованием новейших технологий. На пенке капучино при помощи специального оборудования печатали любое изображение. Мы презентуем новый приз. Здесь мы представляем новое оборудование для кофеен. Это уникальная машина. Она может печатать на любой поверхности. Более того, даже на вашем кофе, не влияя на его вкус. У кофеманов есть еще день, чтобы насладиться разнообразными вкусами ароматного напитка. Фестиваль кофе завершится 15 апреля. Марина Руденко, Вадим Крамар, Михаил Лагода, Александр Бугай, UATV.